Волонтери намагаються вивозити жителів з населених пунктів на лінії фронту, зокрема із самого Дебальцево. Про це першому розповіла волонтер Діана Макарова. Людей посчитать невозможно. Люди сидят в подвалах, в бомбоубежищах. Мы выехали из Дебальцева, мы там вытаскивали людей из бомбоубежища. Мы вынуждены были объяснять им элементарные вещи, что их вывозят и не бросают на улице. Их отвезут в пункты помощи переселенцам. Мы уговариваем людей, мы просто упрашиваем их уехать хотя бы с детьми. Люди не верят. Ошибка Украины в том, что Украина, как всегда, не проводит информационную кампанию.